которая дает надежду, которая дает веру в человеческий разум, в человеческие возможности, возможности науки. И поэтому моя работа и студентов, аспирантов, которые меня окружают, осуществляется по нескольким направлениям. Первое направление – это изучение его творчества, которое нам необходимо. Весь 20 век Шухов был забытием, к сожалению. Были забыты его металлические конструкции, были забыты его резервуары. Строились резервуары из уголовной стали и на убогих основаниях, как он разработал в начале века. И были забыты многие его труды. Поэтому сейчас мы смотрим на произведения Максимилиана Фуксуса и других архитекторов, восторгаемся Норманом Фостером, его оболочками, и забываем о том, что в конце 19 века, все эти конструкции были осуществлены Шуховым, в первую очередь, в Нижегородской, в первую очередь, в Москве, на заводе «Динамо»,